Вот это да! Есть! О! Хорошая поклевка. Красавчик. Всем привет, друзья! Сегодня 27 октября. Приехал на рыбалочку на офигенное местечко. Просто шикарное. Тишина здесь. Ветра нету. Ночью шел дождик. Но именно на это место можно без проблем проехать в любую погоду. Здесь грязь не страшна. Короче, взял с собой джиговый спиннинг. Прицепил вот такой вот съедобный силикон. Цвет машинное масло. От компании Minogue. Кстати, да. И хочу сейчас обкидать вот это вот местечко. Ну что, ребята, первый заброс, да? 18 грамм грузила, офсетник. Че, вот сюда закину. Значит, погода у нас как бы не то, что устаканилась, но стало теплее. Если до этого с утра плюс 2 градуса было, то сегодня плюс 12. Но пасмурно, и вчера дождик шел. Вода упала очень сильно, просто пипец. Проблема это везде на Волге. Вода уходит. И море мелеет, и реки мелеют. Посмотрим, что будет с клевом. По идее, сейчас судак должен ловиться здесь. Как будто, блин, приманка слетела. Угу. А что у нас летело-то? Фрикциончик, все. Равномерную проводку делаю. Опа. Эх, блин! Удар был, ребят. Нифига себе. Я только приехал, уже удар. Опа, есть! Есть! Ух, нифига! Это кто там? Вау! Судак, судак! О! Только приехал! Офигеть! Неплохой судак! Взял прям, ну, не за рот промахнулся, видать. Вот тебе, пожалуйста, машинное масло, съедобный силикон. Minogue рулит. Ха, нормальный такой зачетный судачок. Все, беру. Надо обязательно кукан, блин, кровище.
хоть бы он не уснул. Такого брать можно прям, ну, от 37 сантиметров у нас судак. Здесь явно есть 37. Отличное начало! Друзья, наконец-таки пригодится мне этот кукан. Я его купил еще летом. Вы представляете? Надо отойти подальше, а то сейчас убежит еще. Летом купил. И вот только сейчас вот его буду пробовать использовать. А что здесь веревка, да и карабины вот эти вот здоровые. Так, судачок, не убежишь ты у меня? У меня раньше был кукан, но я его по своей глупости, короче, упустил. Также вот, ну, поймал судаков, наверное, штук 5 их было. Прицепил на лодке, правда, я был. Прицепил все и закинул. Ну и на моторе поехал. Не знаю, что произошло, либо винт, либо за корягу. Короче, он у меня оторвался. Есть такое дело. Смотрите, какая длинная веревка. Сейчас сюда куда-нибудь кол вобью. И будет отлично. Ну что, пошла жара. Ух, как настроение-то поднялось, друзья. И, между прочим, где-то вот в этом месте он взял. То есть недалеко. А здесь интересно, прям мысок такой. И струя намывает. И получается здесь вход вот в эту ямку. Потом можно будет в ямке покидать. Ах ты! Блин! Какой был удар! Нифига себе, вон что-то произошло. Тут есть рыба, есть, друзья. Так, как здесь правильно нацепить-то? Рвется, конечно, моя приманочка. Где-то вот здесь вот он крутится. Ну-ка. Ну-ка, друзья. Еще раз. Ах ты, блин, не пробил. Либо он за хвост взялся, либо я просто его не пробил. Ты посмотри, а? Какое начало, какое начало рыбалки, а? Точно он за хвост схватил. Мне это нравится. Кайфовая рыбалочка, ребят, просто. И погодка, и место, и рыбка есть. Наконец-то я разловил свой джиговый набор. Друзья, есть! О, что-то хорошее! О, далеко закинул в этот раз. Покрупнее. По-моему, покрупнее. Или такой же. Но если только чуть-чуть крупнее. Не, крупнее.
Ух ты! Вот это рыбалочка, блин. Хорошо пробил, между прочим. Давай. Ай, блин, какой-то свирепый. Судакевич, открой свой. О, есть. Одинаковые, друзья. Практически, ну вообще идеально одинаковые. Обкололи меня всего, блин, гады. Фу. Опять та же приманка. Правда, все в песке, но ничего страшного. Минога, машинное масло. И, кстати, крючки тоже ихние, такие прям острые. Вон туда далеко закинул. Прям вообще кайф такой. Затягиваю фрикцион, чтобы пробить его. Есть! Ух ты! Вот это да! Какой классный удар был, а! О! Это даже чуть покрупнее! Вот это явно покрупнее! Этот явно крупнее. Смотрите, как я его хорошо пробил. Вот этот вот уже вот хороший. Ох, красавчик. Блин, никак показать нормально не могу. Все. На кукан. Есть! О! Красавчик! Ух, как я его пробил! Ох, друзья, ну прет рыбалка, прет. Кстати, вот здесь вот взял где-то, потому что я туда закидывал, стащил, где-то вот здесь взял судак. Опа, прям в чайку. Затягиваю фрикцион, чтобы пробить. Шнур у меня тоже плотный, восьмижильный. Ой, не помню, 0,22 что ли. Тоже от Миноги. Я все вместе заказывал. Я же говорю, летом, представляете, еще летом я заказал, у меня с лета все лежало. Никак не мог разловить.
Смотреть, что нашел. Бросили разорванную силиконовую. Силиконовый брехвост. Ну, то ж можно вот все склеить. Зажигалочка вот здесь вот так хоп, припаять, и так же будет все работать. Заберу. Пусть лежит. Так, в общем, друзья, у меня такая вот проблема. Рвется моя любимая оснасточка. Вот здесь вот она. Еще. Ну вот, да, видно. Видно. Но здесь прям вообще конкретно. Что я хочу сделать? Так, у меня здесь есть вот такие вот штопоры для силикона. Я уже один раз их использовал, когда пытался обловить свою, так сказать, посылочку. Смотрите, есть пружинка с таким ушком. Что надо сделать? Надо его туда вот закрутить, ее, эту пружинку. Правда, вот некуда закручивать, блин. Ну что ж, выкидывать, что ли, да? Вообще, по-хорошему надо сразу одевать вот этот вот штопор. Не будет тогда проблем. О! Хороший судак! Килограмм! А, ну нормально. Для нашего времени это хороший. Согласен. И чуть-чуть вот так вот я его паяю. Так. И еще вот здесь вот. Вот тоже рвется. Я тоже хочу здесь чуть-чуть вот так вот прям. О. Отлично. Отремонтировал. Так, теперь смотрите, как это все работает. Как я понимаю, как это все работает. Потому что я это использую второй раз, да? Ага, не той стороной. Все. Надо вот отсюда. Вот так вот, хопа. Угу. Видите как? Я вот здесь вот продеваю, как обычно. И все. И у меня здесь вот пружинка, этот штопор держит. Так, ну что, погнали. Так, фриксон затягиваю. И вперед. Есть! Есть, наконец-то! Хорошая поклевка. Красавчик. Опа. Смотрите, как его пробил прям под глаз. Прикольно. Сработало. Опять она. Ну какой. Друзья, есть. Есть поклевка. Немножко я сместился со своего места. Кривой какой-то. Опа.
Че он такой кривой? Вот этот прикол. Я с этими, со своими сверил. Он явно меньше. Давай, дорогой друг, гуляй. Ну что, продолжаем. Видите, мелочь тоже попадается. Есть! Ай, блин! Сошел! Сошел, хороший был. Вот это да, не пробил я его. Неплохой был. Что ж такое? Почему не пробил-то, а? Плохо подсек. Порон так потащил. Жалко, конечно. Есть, друзья, что-то взял. Ну, по сравнению, что было до этого, это, конечно, вообще ни о чем. Да, если этот килограммовый где-то, то предыдущий, наверное, был, блин, вообще по 2 килограмма. Там так он повис. Ой, жалко, я не заснял это. Вот эту самую поклевку. Ну, я и здесь-то не до конца его пробил. Так вот. Классная погодка, тепло, легкий такой дождик и легкий ветерок. Благодать. Есть! Аж грохнулся я. Ай, блин. Не пробил. Вот опять не пробил. Что ж такое-то, а? Я уже сюда наступил, грохнулся. Не знаю, почему не пробиваю я его. Вроде фрикцион затянут. Может быть, реакции не хватает. Да вроде сразу подсекаю. Если бы я каждый день бы его ловил, да? А то ловлю, блин, раз в полгода на джиг. Сноровки больше было бы. Есть. Опять. Вот сейчас вот точно я проморгал. Не с руки, что ли, я встал. Смотри, а. Столько поклёв. Ну, да, тебе еще на полную затяну фрикцион. Не, машинное масло, конечно, сегодня прям хорошо работает.
слабый тучок был. Ай, блин. А здесь же коряга, ё-моё. Да, тут коряга. Я видел, как тут мужики цеплялись. Не, поклевка была. Бесполезно, походу. Все, оторвал. Не разогнулся офсетный крючок. Да, здесь коряга. Блин. Главное, сначала удар был. И сразу, видать, в корягу попал я. Вот такая вот хорошая застежка. Рекомендую. Я не только на этой удочке использую, на джиговой. Я эти застежки использую под сазани. Жмыхоловки. На сазаньях. Спиннингах карповых. Удобные, надежные. Вообще не разгибаются. Так, что, надо... Машинное масло надо. Четвертый номер, да? Крючка. Так, 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 так. Скоро домой ехать. Сейчас уже темнеет потихонечку. Еще немножко покидаю и поеду. Вот так вот. Ну и 18-ку, да. 18-ка. Не знаю, мне прям 18 грамм здесь идеально. И на меляке, и на глубине хорошо отрабатывает грузило. 12 грамм что-то такое себе показалось. Так. Прям загорелся этой джиговой рыбалкой. Уезжать не хочется, уже надо ехать. Добираться, ё-моё. Все, сейчас. Что, надо здесь попробовать покидать. Обидные исходы. Хорошие эти судаки. Сорвались. Есть. Идет. Нападение, кстати, взял он. Ну, конечно, такой себе. Ну, как и другие, по-моему. Вот сейчас его пробил хорошо. Прям в глаз, конечно, пробил. Ну, вполне такой. Зачетный, да? Сейчас уже домой поеду. Трофеев нету, ребят. Одни вот эти вот стандартные докилошные,
килошный там. Может, чуть больше, 200 кило. Что это такое было? Удар, что ли, был? Ай-яй-яй, откусил. Блин, это был хороший удар. А может быть и не хороший. За хвост схватил. Гаденыш. Все, еще немножко, ребята, и домой нафиг. Надо ехать, надо ехать. Рыбалка не отпускает меня. Судаки не отпускают меня. Не понял. Что, удар, что ли, был? А что же я не почувствовал его? Ну ладно. Все, ребята, хорош на сегодня. Достаточно. Рыбалка просто удалась. Не то слово удалась. Рыбалка удалась. Да, друзья, как быстро день пролетел. Просто мгновение. Надо ехать домой. Давайте посмотрим, что же я сегодня поймал. Сколько я рыбы поймал. Ой-ой-ой. Это просто жесть. Это просто жесть. Сколько тут судаков? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 судаков, ребята. А? Красота. Судаки всемерные. Выше 37 сантиметров. Трофеев, конечно, нету. Сегодня без трофеев. Одни все вот такие вот. Все-таки офигенная осенняя рыбалка. Не холодно, не жарко. Комаров нет, мух нет. Отличное время года. Правда, осталось немножко и будет холодно. Октябрь месяц заканчивается. И рыбалка моя подходит к концу. Отличная просто рыбалка. Кайфанул, оторвался по судаку. Ну, правда, конечно, судаками трудно их назвать, судачки. Ну, норма минимальная у нас от 37 сантиметров. Ну, вы видели, в принципе, они, эти судаки, выше 37 сантиметров. Тем более один мне попался, 36. Он явно меньше, чем те, прям на целый хвост, которого я отпустил благополучно. Много было ударов, много было сходов. В общем, рыба есть, судак ловится. Я отловился. Офигенно. Просто от души мне понравилось. Надеюсь, вам тоже понравилось. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, прожимайте колокольчик. И до новых встреч. Скоро увидимся. Рыбнадзор пришел.